Приветствую, друзья! Поздравляю с 12 апреля, с Днем космонавтики. Это вообще для всего мира было событие и определило эпоху. Конечно, мне приятно, я горжусь тем, что я работал в Центре подготовки космонавтов по их приглашению. 5 лет ездил туда в командировке, жил у самого Адриана Григорьевича Николаева. Дважды Героя Советского Союза, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. Мы очень дружили, но сейчас не об этом. Сейчас о том, что мои дети, это как вот раньше у Столиваров была же вот эта вот плеяда или как династия. Мои дети тоже вот, можно сказать, условно говоря, космонавты-первопроходцы. Первопроходцы, пионеры в нашем общем деле обучения людей управлять своим состоянием в условиях напряжения, стресса, кризисов, катастроф, находить в себе равновесие, устойчивость, творческие качества. Вот Олен, например, придумал у меня 3 в 1. Это когда ты сжимаешь ручки вот так вот, кулаки, голову в плечи втыкаешь вот так вот, потому что когда человек напряженный, у него и так плечи немножко приподнимаются, он борется с этим, пытается расслабиться. А когда он помогает инстинктивному реакции, защитному механизму организма, немножко помогает, то потом он свободно может сидеть, любой человек. Это шикарнейшее упражнение, потрясающее. Я очень горжусь, что мой сын это придумал. И дочка моя, Шейла Алиева, психолог, они оба психологи. Она придумала такое упражнение, когда мне сделали операцию, она мне помогала, чтобы я быстрее восстановился, она мне показывала вот это дрожание. Такое суперское упражнение я тогда не понял, потому что моя голова была занята своими проблемами. Ну и она мой ребенок, и она меня пыталась быстрее восстановить. Я хочу сказать, что вот у нас у всех такие проблемы. И устами младенца глаголит истина, и мы, взрослые, не всегда понимаем и не всегда достойно оцениваем. Поэтому я хочу сказать, что наша школа «Человек будущего», «Homo Futurus», она работает для того, чтобы мы понимали друг друга. Дети, родители, бабушки, дедушки, чтобы мы любили друг друга и создавали новое. Мы для этого и существуем. Поэтому мы стоим на плечах Гагарина, мы стоим на плечах Ньютона, мы стоим на плечах других первопроходцев, Эйнштейна и многих-многих. И поэтому в нас есть это творчество. Человек-творец. Еще раз поздравляю вас, друзья. Всех обнимаю душевно. Школа «Человек будущего». Наша эмблема «Человек в полете». Звезды над нами и космос внутри нас. До встречи.